Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Duck's Adventure. Сегодня я заранее... О, кстати говоря, здесь я не был. Заранее прокачался, заранее немножко вкачал свою скорость, свою выносливость, и сегодня я думаю, что мы с вами как следует поиграем. Прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, и писать, конечно же, комментарий. А начнем мы, пожалуй, с того, что немножко погоняемся, так сказать. Поехали. Энергия у меня вроде нормальная, скорость, то... Ух, нифига себе, энергия-то быстро тратится. Блин, у меня еще... Мне кажется, утки... куда? Я заснул, увеличь свое ХП, чтобы получить больше энергии. Стоп, а что, у меня энергия тратилась даже когда я ехал просто на попе по этому склону? Ну давайте посмотрим, может быть я смогу сейчас что-нибудь купить, у меня вроде бы денег достаточно много. Но вообще-то, конечно, немножко странно. Ну типа, вроде как энергия не должна была отниматься, ну вроде как. Ладно, давайте что-нибудь попробуем купить. Да-да-да-да-да. Значит, что у нас есть? Frostbite замораживает уток на 2 секунды. Заставляет подскользнуться. Запутывает утку на первом месте. Дает 3 секунды спид-буста. И дает энергию на 50%. Блин, мне вот это, по сути, больше всего надо. Я вот прям сразу куплю себе побольше их, потому что это, по сути, самое драгоценное, что есть. У меня не хватает чисто энергоса. Вот будет больше энергоса, я думаю, что все будет норм. Так, ну давайте попробуем тогда с этой уткой погонять. Она у нас здесь поближе. Если ничего не получится, то я буду знать, что надо качать ХП-шку, прежде чем я смогу гоняться нормально. Так, тренер, что ты там смс-ки нам пишет? Погоди пока, тренер, погоди пока, погоди. Так, раз, три, два, один, погнали. Погнали. Так, ем энергию. Да, а почему она не восстанавливается? Я же ее использовал, почему меня не останавливает? Так, пишите, короче, в комментариях, ребят, потому что я что-то реально не выкупаю, почему я съел этот энергетический батончик, и мне нифига энергию не восстановило. Я что-то реально никак не могу понять, как это работает. Ну, тогда погнали в следующую деревню, посмотрим, что у нас там. Мне, в принципе, задание именно такое сейчас, вон туда дойти. Я надеюсь, что у нас с вами это получится, и мы сможем с вами понять, что же все-таки не так, что же я все-таки делаю не так. По-любому, наверняка есть какая-то фишечка, просто которую я, так сказать, не распознал пока что. Так, получаем с вами немножко еще кусочек карты. Окей. Как самый, как бы внимательно уже заметили, что это было в прошлой серии, да, друзья? Мне надо было кое-что изменить просто. Нарисовать карту этого региона, но я не знаю, как она выглядит. Поможешь ли ты мне? Если ты исследуешь весь регион, я заполню карту. Я слышал, что это тотемы могут помочь. Да, конечно, не вопрос, чувак, не вопрос. Попробую тебе помочь разобраться с твоей картой. Так, здесь у нас с вами битвы продолжаются просто одна за другой битвы, но я сейчас просто не вижу смысла гоняться. Нет, нормальное количество энергии. Мне очень сильно надо восстановить ХП, ребята. Это прямо у меня сейчас прям программа минимум, это восстановление ХП, чтобы я мог вернуться по своим следам и всех этих уток просто размотать. Я надеюсь, что у нас с вами энергия решит данный вопрос. Так, вроде как добираюсь я до Lonely Lake, и я так понимаю, что деревня уже должна быть прямо вот почти что вот где-то вот здесь, кажется. Бежим, бежим, бежим. Это уже прям вообще гонщик чисто. Блин, я бы с удовольствием на самом деле с ними погонялся, но опять же, мне очень сильно нужно сначала прокачать энергию. Исследуй, значит, водопадную деревню. Я здесь. Так, что это нам дает? Давайте посмотрим, что это за доджо. Здорово, можешь обучить меня? Привет, ты хочешь прокачать свою силу? Чем сильнее у тебя, чем больше у тебя силы, тем быстрее ты сможешь забираться во время гонок. Это также увеличит твою силу атаки в битвах. Ну блин, давайте посмотрим, что здесь. Но по сути мне, конечно, не сила нужна, мне нужна хпшка. Ну ладно, попробуем пока что начать с этого. Может быть, что-то из этого получится. Так, значит, что здесь надо делать? Я пока еще не в курсе. Груз. А, надо башню строить, типа, блин, походу, да, ребят. Так, стоп, а как, вот, денежки. Чё-то я не очень пойму, это же не, ну, эти предметы. Они как бы цепляются, все, я понял. Все, он зацепился, я так понимаю, он больше двигаться не будет, правильно? Да, все, я понял, как это работает. Вообще, это выглядит супер странно, конечно. Еще и так можно. Слушайте, это вообще кайф, потому что тогда эти коробки для нас будут самым ценным грузом. Ой, слушайте, нет, здесь не особо сложно, мне кажется.
Все, теперь на правую сторону. Оп. О, нифига, что я сделал, лол. Что я сделал? Я просто... Как он... Блин, у меня все, это минус хп. Ай, ладно, ничего страшного. Смайлик тотемного этого человека. Так, а почему у меня только что понизился? А, это типа максимальный показ. Все, я понял. Гамбургер зацепился, все хорошо. Цепляем сюда. Супер, вообще очень классно зацепился. Блин, вот этот хорошо бы мне сюда вот чтобы. О, все. Шик, шик. Офигеть, слушайте, а мы с вами с самого начала неплохо так прокачиваемся. Очень даже неплохо. Так, нужно вот сюда вот, отлично. Теперь сюда. В смысле? В смысле? А чё я пропустил? Я не понял. Это странно, я даже не понял, что у меня упало. Я вроде бы все ловил. Ой, ну найс. О, кстати говоря, здесь дается подсказка, что зеленые мечи легко победить, желтые тяжелее, а красные еще тяжелее. Блин, а я, кстати, не знал про это, надо будет обязательно затестить. Так, ну мне, блин, мечи эти нафиг не нужны. Мне сейчас нужно найти доджи, который учит меня хпшке. Это у нас с вами магаз. Здесь мост. Блин, а что, здесь доджи нету, что ли? Ну ладно, рил. Офигеть, прикос. А, реально здесь нет доджо? Офигенно. Ну, ладно, типа, окей. Если у тебя джели монеты, можно их поменять в призовой машине. У меня нет этих джели монет, отстань от меня. Ладно, посмотрим, что у нас здесь с вами. Что за мост? Пропустишь? Здорово. Классно тебя видеть здесь. Это я, Дори. Ты выиграл несколько... этих забегов. Молодец, я ни одного не выиграл. Но за этим мостом никто не беспокоится о забегах. Все, что они здесь хотят, это драться. Давай я научу тебя, как это делать. У тебя есть оружие? Возьми эту, не знаю, доску из этого моста и... Поехали. Ладно, поехали. На самом деле, я больше хотел бы погоняться, чем сражаться, но я так понимаю, что чемпион, настоящий чемпион уточный, должен уметь и то, и то. Так, зеленое это хп, офигенное у меня количество хп. Чисто доской по морде. Ой, да больно, но ты можешь еще лучше. Если ты кликнешь прямо перед атакой, ты нанесешь критический удар. Критический удар наносит больше урона, чем обычный удар. Понятно. Ну, поехали, давайте попробуем. Я нанес критический удар или нет, я не понял, если честно. Давайте еще раз попробуем. Ну, блин, вроде бы как я нажимаю, но я не уверен, честно, признаться. Так, еще раз. Блин, ну ладно, надо на следующий раз. Так, твой специальный метр полон. Это значит, что твоя следующая атака будет специальной. Каждое оружие имеет свою собственную специальную атаку. Некоторые лучше, чем другие. Чтобы использовать специальную атаку, ты должен кликнуть, когда в правильный момент, короче. Там, какой момент-то правильный, я не понять. Ай! Блин, я не то сделал. Заканчивается хп, ешь яблоко. Хорошо, спасибо. Ай, блин. Стоп, а как? Я не очень понимаю. Я вроде нажимаю на яблоко, но оно не естся. Ой, ну и забагована эта игра иногда, конечно. Ладно, яблоко у меня съесть не удалось, но зато меня выпустили из этого боя, чему я и так, в общем-то, очень даже рад. Так, ну, учить силу... Ну, давайте, ладно, давайте прокачаем силу до 10 уровня, потому что на 10 уровне у тебя открываются всегда какие-то спецспособности. И я думаю, что, ну, это может пригодиться нам в любом случае. Нормально, вот такой спортзальчик здесь. Погнали! 10 уровень нас ждет. Причем самое прикольное, что в каждом доджо, если ты достигаешь 10 уровня прокачки, то у тебя... немножко усложняется процесс прокачки, поэтому это, в принципе, еще даже более интересно становится. Ну, поехали! Кстати, очень сильно упрощает ситуацию то, что здесь помечает, как бы, в каком месте. Почему? Вот почему он... почему он не зацепился, лол? Это очень странно. Почему он иногда цепляется, иногда нет? Это как-то, если он на край встает, то вот... Вот сейчас он зацепился, это нормально вообще? Блин, монета ее чуть не сбила, если честно. Ладно, давайте так. В общем-то, на самом-то деле, нормально так прокачивается опыт за одну вещь. В общем-то, неплохо. Ну, как бы, у нас нормально, в общем-то, повышается наш этот... не знаю даже, как назвать. Показатель высоты нашей ультрабашни. Вот, сейчас зацепился, хорошо.
Вот я реально иногда не понимаю, как он вот сейчас зацепился и как не зацепился тогда. Это просто надо уметь, естественно. Это просто надо уметь. Шестой уровень уже есть тем временем. Ах, отлично зацепился, класс. Блин, вот иногда, правда, очень сильно удивляюсь. Очень сильно. Так, седьмой уровень наш. Прекрасно. Ой. Было близко сейчас, это уже, конечно, зацеп такой себе получился. А, коробка, это очень хорошо. Она не зацепилась, кстати, вот сейчас зацепилась, найс. Отличный зацеп, хорошо. Мы побили рекорд. Кстати, по ходу дела сейчас я ничего не пропустил, да? Ну, только в самом начале вот эту бутылку колы или что там. Что за зацеп, лол? Девять. Девятый уровень есть. Осталось еще один уровень взять. Мне нужен просто еще один уровень. Офигенный зацеп, мы уже до космоса поставили башню. Я специально пропустил, потому что я понимал, что там уже нет шансов. Найс. Почему он не цепляет? Блин, это реально лол просто. Это просто лол, ребят. Я не понимаю, почему он не цепляется в некоторые моменты. Спайк болс. Их нельзя ловить. Смотри, короче, в чем прикол. Смотри. Все будет сейчас то же самое, но... Иногда будут падать шипастые шипы. Вот, блин, нифига, он еще и так быстро падает. Ага, и они красным помечаются, я понял. И я так понимаю, что они будут разрушать нашу башню. Что, конечно же, не самый приятный результат. Интересно, они по одному хп отнимают или прям сразу типа минус башня? Кстати, это реально любопытно. Я предлагаю это сейчас проверить, потому что я все равно долго не хочу строить башню. Мы уже построили. Так. Я думаю, что, наверное, все-таки один хп это отнимается. Я не думаю, что сразу минус башня. Это было бы слишком жестоко. По-моему, по крайней мере. Надеюсь, что разработчики так же, как и я, думают. Так, букет цветов вообще офигенно. А башня, конечно, красивая. Ясно. Ясно, разработчики. Спасибо, классная игра. Тупо, если ты поймаешь один шипастый шар, минус жизнь. Вообще, полностью. То есть ты потерял свою башню. Классно, прикольно. Смотри, не попади в эту канализацию, она ведет в Рейстаун. Кстати, Рейстаун это там снизу как раз то, что мы были, да? Слушайте, это, кстати, классный шорткат. Но мне нужно хп прокачать в первую очередь, блин, это самое-самое главное. Может здесь хп качается, пожалуйста, пожалуйста. А, или здесь пушки, наверное, продаются, точно. Ну-кась. Так. Да, классные пушки, мне очень нравятся, честно говоря. Но они, кстати, все довольно дорогие, у меня даже нет столько денег, поэтому я не могу себе их позволить. Но драться коньком, это, конечно, да, жиза, жиза. О, хп прокачка, наконец-то. Я ждал этого момента, я ждал этого момента. Ну, погнали, это самое главное, мне сейчас надо прокачаться просто по максимуму. Поехали. Добро пожаловать, ты хочешь прокачать свои хп, кроме этого он дает еще и энергию в забегах. Мы можем прокачать себя до 50 уровня. Ясно, ясно, ясно. Ну что ж, поехали, посмотрим, что надо делать. Надеюсь, что это будет не особо тяжело, потому что мне на самом деле здесь очень надо прокачаться. Нажимай пробел, чтобы кинуть вилку в нужную цель. Выстрели всеми вилками без промаха. И... я понял, типа, и мне нельзя попадать снова в вилку, я так понимаю, да? И в черенок, так понимаю, мне нельзя здесь попасть. Блин, кстати, это прикольно достаточно. И смотрите, значит, здесь я не могу попасть в красную, я так понимаю, штуку, скорее всего. Или нет? Я понял. Блин, вообще топовое, на самом деле. Прикольное задание. Кайф, можно вообще его довольно быстро проходить. Пирожочек. Сюда. И сюда. И сюда. Блин, еще одну, куда мне ее вместить стало? Ну давайте сюда попробуем. Так. Ага, еще и такие бывают моменты. Я понял, блин, а как мне? Ну, давайте попробуем. Ауч. Ясненько, не все так просто на самом деле. Но на самом деле очень прикольная тренировка. Она мне, в принципе, довольно-таки сильно. Она мне довольно-таки сильно понравилась, довольно забавная. И, если честно, одна из самых забавных в этой игре, в общем-то. Вначале все очень легко, можно просто закликивать тупо для того, чтобы они быстренько все... Вот так вот примерно. Еще бы... мне показывает количество вилок, лола, я раньше этого не замечал. Все, я вижу теперь. Здесь. Ага, можно сразу три запульнуть. Блин, вообще, все лучше и лучше, мне кажется, эта тренировка. Так.
супер. Кайфово, кайфово. Мой вердикт — кайфово, ребят. Так. Ай, блин, ну арбуз, вот несмотря на то, что вроде бы кажется легко, он такой кругленький и простенький, но из-за того, что там очень много вилок надо выстроить, и, ну, как бы это достаточно тяжело получается. Ну, вилок мало, нормас. 4 вилки, нормас. Мне очень интересно, что будет на 10 уровне, как они усложнят эту игру. То есть, может быть, будет больше каких-то таких вещей, где вот в этот черенок, интересно, можно попасть? Я думаю, что можно, скорее всего. Здесь нет такого, что, типа, есть места. Блин, одну вилку пропустил, затупил немножко. Я так понимаю, что здесь нет таких штук, где есть места, куда нельзя попасть. Как черенок вишни, там, или вот как у сыра, там, вот эта обертка. 3. Да, блин, деньги здесь тоже можно нормально поднимать. Поехали. Поехали. 7 уровень уже есть, кстати, чтобы вы понимали. Блин, еще 4 вилки. Это невозможно! И реально есть капец сложные просто. Ну, здесь изи. 8 уровень есть. Ну, я думаю, что мы десяточку быстро возьмем тоже. Я опять же качнусь до десятки и просто посмотрю, как они усложнят игру. Но я не буду прям сильно угорать, потому что прокачиваться дальше. Я это вне видео сделаю лучше. 9 уровень есть. Опять пошло супер хардовое задание. Так. Супер. Слушайте, вот это, пожалуй, одно из самых сложных было. Сейчас пока опять идут довольно изичные. Так. Ух, нифига, я впилил хорошо. Так. Еще 3 оставалось. Да ладно, ну можно было бы до десятки качнуться. А то я сейчас быстренько ее получу, мне теперь надо рестартить, получается. А я и не знаю, ладно, специально врежусь. Ну что ж, 10 уровень, что нам дадут? Вол бонус, теперь ты можешь получить... А, не бонус, а отскок. Отскок вилки от гардероба. В смысле, какого гардероба? А что значит отскок от гардероба? Слушай... лол. Блин, это офигеть! Я бы никогда не додумался до этого. Прикольно усложнили, очень мне нравится. Топчик, просто топчик. Просто даже слов нет. Классно придумали. Да, это будет сложнее. Здесь надо уже учитывать, что вилка какое-то время летит до шкафа, потом от него отбивается и уже летит потом только в сам арбуз или другой предмет. Топово, мне очень сильно нравится. Ну что, мы с вами очень неплохо прокачались, я предлагаю сейчас попробовать погоняться немного, у нас с вами есть проход в Рейстаун довольно быстрый. Если бы не было, я бы, может быть, и забил бы, но раз есть такая возможность быстро сюда телепортнуться, такс, ой, сорян, упал случайно. Давайте попробуем погоняться, посмотрим, что у нас из себя противники представляют, когда мы с вами уже более-менее прокачанные. Здравствуйте, мистер, погнали. Я думаю, что в этот раз я смогу вам показать, кто в доме хозяин, так сказать. Поехали. Да, теперь энергии у меня намного больше, и я себя буду чувствовать намного лучше, как мне кажется. А, энергия ты зажимаешь? Я понял, как это работает. Я нажимаю, и он на протяжении какого-то количества энергии... Так, я могу съесть? Все, я понял, как это работает, ребят. Я понял, как это работает. Топово. Класс. Все, супер. Мы просто его максимально обогнали, даже не почувствовали. По сути, еще приходится вон сколько ждать. Гонка автоматически закончилась, он даже до финиша не добрался, бедолага. Первое место. И тут еще и лутбоксы есть. Кайф. Дали деньги, дали яблоко, дали race medal. Слушайте, я думаю, что мы сейчас можем нормально так на самом деле погоняться почти со всеми. У нас очень хорошие показатели. Все, по сути, наши навыки развиты как минимум до 10 уровня. Каждый из них. Там, поэтому я думаю, что... так, по-моему, еще одна утка здесь была. Кажется, где... Ага, вон там вот. Вот это. Да, да, поехали. Так, погоди, не сюда. Да не сюда, вот сюда. Поехали, давайте. Блин, правда, у меня батончик-то остался еще один или нет? Я же просто его тогда еще съел. Несколько штук, и сейчас один. Возможно, что у меня батончик-то и нету. Ладно, сейчас посмотрим. Давайте. Давайте. Да, у меня нету батончика. А, нет, есть! Все, супер, 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 супер. Супер, супер, найс. Так, давай разгоняйся. Мой финиш. Это вообще легкотня, ребят. Я теперь понял, как играть. В следующей серии мы будем просто разматывать, поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, чтобы увидеть
продолжение. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И, конечно, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании, чтобы получить бонусы и интересные мемы всякие. Все, отлично, мы с вами выиграли две гонки и будем теперь просто уничтожать противников, я так думаю, потому что надо побольше лутбоксов получить, посмотреть, что интересного мы можем там выбить. Ну а на сегодня, пожалуй, что все, надеюсь, что видео вам понравилось, дорогие друзья, увидимся уже совсем скоро в новом видео, до скорой встречи и пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.